я это вижу. Я ему... Ох, как хорошо, молодцы. Всем охотникам напоминаем, что сезон охоты на лису, волка и куропатку еще открыт. Приходите в Байонайт. Есть все российские нарезные калибры. Нам уже поступили патроны калибра 7.62. Барнаул. Так и долго эта хуйня случится. Ох, ёб твою мать! Пиздец! Господи, что ж случилось-то? Стой! Стоим! Блядь, что случилось-то? Блядь,
вначале. Они половина стоп. Лет летят. Ебать нахуй. Все, все, в жопу, в жопу. Нам? Виноват? Это пиздец есть. Нет, а кто виноват-то? Бабах! Есть, блядь! Заебись, выехал, блядь! Офигеть, и стукнула женщина головой. Блин.
Так он у нас, конечно, на скорости Lexus. На проезд еще туда-обратно. Тут еще есть такие моменты. Бля. Пиздец, блядь. Мать, блять, сука, фура нахуй. Планшетом сюда, за плеером туда, за телевизором и ноутбуком, и еще куда-нибудь. Вообще, короче, ничего. Ваня, живой? Да. Вылазь, 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 машина бегу. Блять, вылазь, пехота! Вылазь, Олег! Куда он едет обгонять, это там светофор красный. Ёперный балет. Два дебила — это сила. Отсюда. Сыпется-то все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Саша, ты на, блин, сейчас ты чего подохнешь, блин, идиотом. Что ты орешь-то? Да боюсь я, блин. Все, закрыли глаза. Я себе, блядь. Пиздец, блядь. Как так получилось, блядь? Спасибо.
страшно. Нафиг, а тебе не страшно? Да. Да. Управление, значит, уже потеряла, не такое. Ух ты, ебать! Пидорас ебаный, чё ты, блядь, останавливаешься-то, ёб твою мать, а? Ну, по-моему, я же там не была. Ты ударилась? У нас ожидает пасмурная погода, и доставка температура ночью плюс 15, а днем до 21 градуса, а выше нуля. Пиздец. Пиздец. Охренеть. Все живые!